13 по 16 июля на Брестском гребном канале проходит открытый чемпионат Республики Беларусь по академической гребле. В соревнованиях принимают участие около 250 спортсменов. Сборные команды областей и города Минска от Республики Беларусь, а также сборная команда из Российской Федерации. Все они приехали в город над Бугом, чтобы сразиться за звание лучших. Состав соревнований, уровень довольно высокий. Соревнования пройдут среди одиночек мужских, женских и двоек безрульных. Предварительные заезды и усушительные. Критерий один. Кто пересек линию финиша первый, тот и лучший. Месяцы упорного труда на изнурительных тренировках предшествовали выходу на стартовую позицию большой воды гребного канала, где каждый участник смог показать свою технику, выдержку, подготовку и, конечно же, стремление к победе. Подготовка у нас в Минске была, мы готовились, погода была хорошая. Сейчас немножко не повезло, похолодало, ветер. Так что условия немножко разные были. Тепло и холодно, но для гребцов всегда это привычно. Академическая гребля – один из самых сложных видов спорта. Кроме большой физической нагрузки на весь организм гребца, спортсмену приходится учитывать и погодные условия, которые в этот раз не способствовали успеху. Мы будем ехать по встречному ветру, и он боковой. Навряд ли тут кто-то будет ставить мировые рекорды. Сегодня точно нет. Шла к ним подготовка достаточно скрупулезно. Достаточно трудно, но при этом сейчас увидим, что из этого получилось. Очень радует погода в городе Бресте, особенно на канале. Сейчас увидим, что будет. Анастасия Мелешкевич, Эдуард Бакунович, Юрий Лимонтович, телекомпания Буг ТВ.